spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена сумка Fobox Hangbag от компании Lucky John. Этот удобный аксессуар пригодится для хранения приманок и рыболовных принадлежностей в домашних условиях, но его также можно брать и с собой на рыбалке. Вес сумки составляет 2,7 кг. Давайте поближе ее рассмотрим. Для изготовления Fobox Hangbag применяется прочная и износостойкая ткань 600D Fabric. Ну а чтобы сумку можно было ставить на землю или класть на дно лодки, нижняя часть и днище усилены водонепроницаемым материалом. Для ношения предусмотрен плечевой ремень. Он имеет регулировку по длине, а чтобы не натирал плечо и не съезжал во время ходьбы, имеется мягкая вставка с противоскользящим материалом изнутри. При ненадобности ремень можно легко снять, так как крепление осуществляется с помощью пластиковых вертлюгов-карабинов. Для переноски на короткие расстояния воспользуйтесь двумя ручками, которые можно скрепить вместе при помощи липучки. Также в верхней части мы видим резиновую утяжку с кнопочным фиксатором. Под ней поместится дождевик или свернутая ветровка. С одного боку расположен объемный карман на молнии. Отметим, что все собачки на замках снабжены очень удобными веревочными ухватками с полукруглыми вставками. В таком кармане можно хранить фотоаппарат, небольшие коробки с приманками или бобины с запасной леской. С другого боку находятся два крепежа для рыбацкого инструмента, например, карцанг или пассатижи. Чтобы они случайно не выпали и не потерялись, имеются фиксаторы с липучкой. С передней стороны есть двойной карман с молниями. В первую часть можно сложить весы, нож и прочие аксессуары. Во вторую можно положить пачки с так называемой съедобной резиной. Обратите внимание на то, что стенки сумки имеют мягкие вставки, способные защитить содержимое от случайных ударов. Откроем основное отделение. Сумка уже укомплектована четырьмя фирменными коробками из прозрачного пластика для хранения ваших приманок. На крышке имеются два полупрозрачных отделения под крючки, поводки, фурнитуру и прочую рыбацкую мелочевку. Коробки имеют следующие размеры. Длина 35 см, ширина 22 и высота 5 см. Закрываются на две простые защелки. Внутреннее пространство разбито на 4 отсека, которые дополнительно разделяются съемными перегородками. Как видим, даже без вложенных коробок сумка не теряет своей формы. Ее можно использовать не только на рыбалках, но и в повседневной жизни. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.